Всем добрый день. Сегодня приехали в село Казьминское на термальные источники. На самый первый термальный источник, который находится в центре. Давай пакетик один. В центре села Казьмин. Сейчас мы посмотрим, если какое-то строительство идет. Интересное здание. А что это будет, девушка, не знаете? Гостиница. А, гостиница, значит, будет. Все правильно, поэтому люди приезжают, должна быть гостиница. Сейчас, Маш, посмотрим, пойдем в бассейн. Ну, красиво будет, конечно. Так, ну пойдем в бассейн, Машуня. Сегодня у нас 12 ноября. Тепло. Разделся, в маечке иду. Здесь я не посмотрел, какая температура. Но со Ставрополя выезжали. Было всего лишь 11 градусов. В Ставрополе похолоднее. Так, здесь у нас стояночка. Домашние пирожки. Да, охраняемая стоянка. Сейчас наши машины пройдут. Тут перехода здесь нет. Куда мы придем? Ну, там дальше поворот направо. Там хутор Беловский находится, 3 километра. Там тоже 3 термальных источника. Если прямо поехать, здесь это, наверное, примерно километр, то будет долина гейзеров. Так, пошли машины. Так, здесь у нас мини-рынок. Магазин у бассейна. И туда, наверное, мы попозже зайдем. Термальные источники, долина гейзеров, 5 бассейнов, 1 километр. Ну, там мы были в прошлый раз. Бистро, бесплатная стоянка. А, закрыто, ремонт. Здесь мини-рынок у нас. Бабушку снимите, вот знаете, какая на вас. Да, вы все здесь красивые. Я вот здесь всегда покупаю, со Ставрополя блогер. Да? Картошку в тот раз покупали здесь у вас. Берите сейчас. Как торговля идет? Да, а как же? Мед, да? Мед, да. Ага. Это разнотравие, вот это разнотравие и подсолнух. Это разнотравие и акация, вот это. Ага, 350. Так, а за да, 250 350. Баночка это что у вас? Тоже разнотравие. Разнотравие, да? Да, можете попробовать. Нет, ну, мы сейчас покупаем, все выйдем, я возьму. Ну, если да, вот ложечки есть, если что попробуем. Ага, хорошо. Хорошо. Ну, пойдем, Машу. Картошечка. Огурчики соленые. А картошка по 200, а, 250. В тот раз я по 200 цыганку брал здесь, у дедушки. Уточка. Уточку берем. Уточку. Ну, сейчас мы... Покупаемся, потом уже к вам подойдем. Так, Казьминский термальный бассейн. Режим работы, значит, понедельник, вторник, санитарный день. А это камера, бабуля. А мы думали. Среда, четверг, пятница с 13:21. Суббота, воскресенье с 10:21. И вас покажем. Это канал YouTube. Да? Да. Если внукам скажете, они знают. Да? На канале Ютубе. Всего, да, со Старополя. Да, обязательно, а как же? А то мы обиделись. И какие люди вы здесь веселые. До нас нет. Вот, пирожки, чай. Все, утки, гуси. Утки, да? 1000 рублей, 1050. А это гусь, да? Это уточки. И уточки, ага. И сало. Ой, сало, вот сало обязательно у вас возьмем, подойдем. Ну, сейчас мы покупаем все, подойдем. А то уже дочка меня заждалась. Спасибо.
Пойдем уж. Заходи. Подержи, то мне неудобно так держать. Вот. Вот здесь посидеть можно. Здесь посидишь или туда пойдешь? Бля, цветочки. На, пакетик. Сейчас я куплю билеты. Пожалуйста, камеру. Почему? А я в тот раз заходил, сказали, съемка не запрещена. А я не хочу, чтобы меня снимали. А я вас не снимаю. Вы же видите, камера в бок стоит. Я просто вот здесь поснимаю и все. Я вас снимаю, не буду снимать. Я стараюсь не снимать персонал. Так, взрослые 250 рублей. Дети 100 рублей. На целый день 400 рублей взрослые, дети 150 рублей. Сейчас мы возьмем билетики. Два взрослых. Мужской и женский? А? А мужской и женский? Мужской и женский, да. О, дочка, заходи, Маш. 20 минут у вас тоже дается, да? На переодевание. Так, ну сейчас мы зайдем уже. Сейчас получим браслетики. Сейчас, Маш, зайдем. Ага. Так, это твой браслет, надержи. Это мой. Угу. Так. Угу. Так, одевай бахилы. Не надо. Сейчас мы зайдем. Не надо бахилы. Хорошо. Ага. Так, ну на этом пока все. Вот сейчас мы выйдем в бассейн. Здесь место для курения у нас. Показания для наружного применения термальной воды в лечебных целях. Так, на хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных покровов, преждевременная потеря эластичности ткани, особенно кожных покровов, открытых частей тела, хронические заболевания женских половых органов. Так, поверхностные ожоги степеней, первый, второй, три условия охлаждения воды до 36 градусов Цельсия. Для бассейна температура воды в пределах 36-37 градусов. Ну, это правило, что запрещено здесь. Прыгать с бортиков, в нетрезвом виде находиться, спиртные напитки приносить, распивать. Чем нельзя купаться. Так, и что иметь при себе? Купальник, тапочки, полотенце, принадлежности для душа. Чай, кофе, минерально газированную воду можно брать, соки, нектары. Стеклянные посуды, напитки не проносить. Здесь всего лишь один бассейн. Практически все осталось так же, как и 10 лет назад.
горячая вода подходит. Один мой знакомый здесь ногу обжег. Вот такой здесь бассейн. Да, территория большая, а бассейн всего лишь только один. Сейчас попробуем спуститься в воду. Тепленько. Не, да здесь мелко. Всего лишь по пояс. Если маленьким детям можно купаться, не бояться за них, и практически можно не следить. А глубина здесь небольшая. Надо окунуться. Опа. О, хорошая водичка. Так, сейчас у нас 13.24, 25. Температура воды 36.8 градуса. Без шарку. Да, перейдем. Массаж. Вот здесь попробуем. Следующий. Не очень сильный мотор. А здесь получше, посильнее, да, вот здесь посильнее. Нет, не тоже. Дальше пройдем. Глубину посмотрим. Вот здесь уже почти по грудь. Здесь поглубже. Так, мы сейчас попробуем чуть-чуть поплавать. На машине, поснимай меня. А потом ты их хочешь на чуть поглубже. Нет.
Сережку потерял. Не там, вот тут. Там. Ну, а вода хорошая. Не горячая. Плавать хорошо. Нравится здесь машина? А? Классно, да? Ну все, на этом съемку прекращаю. Будем принимать тербальное лечение. Пока на этом все. Да, вода здесь отличная. Вода хорошая, не так жарко здесь. Хотя и показывает 37 градусов. Но не так жарко, как в долине Гейзера. Возможно, вот что дно здесь бетонное. Так, 4 минуты. Еще на 20 минут времени есть. Здесь магазин у нас, ну, на ремонте. Да, территории много. Могли бы еще один бассейн поставить. Джакузи могли бы, конечно, поставить. Бы сервиса здесь мало, конечно. Зато машину везде можно поставить. Хотя бы додумались, что гостиницу здесь поставить.
так, в принципе, водичка мне очень понравилась. Водичка хорошая. Приятная. А глубина идет вот от этого бортика и туда дальше глубина идет на увеличение. Это все то же самое, что и было. Чисто покупаться здесь, конечно, можно. Для одного бассейна, я считаю, 250 рублей, конечно, дороговато. Если в долине гейзеров, 350 рублей. Ну, там включено и стоянка автомобиля. И все-таки 5 бассейнов. При том один крытый бассейн, где вообще можно ездить в любое время года. Так, сейчас мы перейдем отсюда. Пойдем чуть-чуть на глубину. Селфи. Рыбу. Может, поймаю. Поближе к теплу. Да, водичка приятная. Она это мама здесь. Попробуй, горячая. А плохо зацепила. Ну, да, горячая, конечно. Иди сюда. Нет, не надо. Тогда пусть мама зацепит. А, это с холодной, это холодная вода. Это горячая. Да. Сильно не удержишь. Малышка. Где-то там. Опа. Вот такой здесь термальный источник. Людей здесь мало, конечно. Хотя сегодня воскресенье. Но уже, как говорил, сервиса здесь мало. Просто чисто покупаться здесь. Термальный источник принять. Все-таки хотелось, чтобы не джакузи было, его с холодной водичкой был бассейн. Да, территория большая, конечно. Еще, наверное, один минус, что здесь покушать негде. Кафе хотя здесь есть, но так, чтобы посидеть, перекусить, здесь и негде. Не тепло. Сколько же здесь интересно градусов сейчас температура. Ну, я думаю, градусов 15-17 точно. Потому что не холодно.
Здесь у нас женская раздевалка. Хорошо, полотенце можно повесить. Здесь мужская раздевалка. Ну что, Машуня? Давай, наверное. Сейчас водички попью. Там что у нас уже остается времени? 10 минут. Значит, нам еще 15 минут остается. Так. Сейчас я еще раз поплаваю здесь и будем домой собираться. Thank you.